Всем привет, ребята. Мне кажется, я стала уже очень взрослой. Мне кажется, что мне 18 лет. Так, если тебе уже 18 лет, то значит тебе нужно будет сдавать кучу экзаменов. И к ним нужно подготовиться. Я знаю одного преподавателя, он очень-очень такой вот прям противный и дотошный. Математику преподает. Давай-ка я тебя как раз к ней и подготовлю. Ну, поехали. Зайка, вот математику сдают всегда все взрослые, потому что математика – это царица. Забыла. Вот математику сдают всегда все взрослые, потому что математика – это царица наук. Ну что, начнем с примерчиков? Вот это поворот! Давай начнем с 2 плюс 2. 2 плюс 2 равно... Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4. Значит, 2 плюс 2 будет... На экзамене ей будет, конечно, тяжеловато. 400 плюс 40 и минус... Да! Следующий! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут преподаватель математики Кирилл Шишко! Я Кирилл Шишко, кандидат математических наук. Математика царица наук, между прочим. Тихо! Тихо! Билеты мои! Я вырезал билеты, чтобы завалить всех студентов, и никто не мог ничего сдать, а потому что все математику не любят, не уважают, только я, Кирилл Шишко, люблю математику. Как вас зовут? Вася. Вы же девочка. Василиса. Вася. Вася. Фамилия? Кукуяка. Ха, какая странная фамилия. Как будто кто-то буквами чихнул в паспорт и получилось Кукуяка. Вот у меня Кирилл Шишко. Давайте, девушка, снимите первый билет и отвечайте на вопрос. Вам сколько лет? Вам сколько лет, а? Сколько лет вам? Не понимаю. Что? Сколько вам лет? Мне 18. О, тогда надо сдать экзамен. Все 18-летние сдают, они как будто ради этого и растут. Сдавать экзамены. Давайте, снимите первый билет. Переворачивайте. Переворачивайте. Муха какая-то залетела. Ё-красоты, 2 плюс 2. Сколько? Ты точно взрослая? 2 плюс 2 знают все взрослые. 1, 2, 3, 4. Да вы, девушка, тоже кандидат математических наук. 2 плюс 2, 4. Совершенно правильный ответ. Можете потянуть еще один билет, если смотрите, сейчас у вас получается хорошая такая твердая четверка. Wow. Если один билет еще ответите, то получается пятерка. Либо можно скатиться до двух. What's up? 6483 разделить на 2 минус 3 умножить на 441. Хорошо. Ну теперь, девушка, несите вашу зачетку. Где ваша зачетка? Я вам поставлю 4, и вы свободны. Математику вы знаете чуть хуже меня. Это ваш дневник? Да. А почему здесь написано «прописи»? Кирилл Шишко еще раньше был стендап-комиком. Прописи, а не прописи. В прописях поставлю вам 4. Как раз тут стоит 4, и я 4 просто подпишу. Кирилл Шишко согласен. Все, беги, девочка, устраивайся на работу, ты взрослая. Ну что, насколько сдала? О, четверку. Тебе Шишко поставил 4. Вот посмотрите. Это да! Обалдеть, как круто! Мне вот Шишко поставил неуд. А неуд это что такое? Это его второе имя. Опять звать, я взрослая. Между прочим, у взрослых есть работа. Ты придумала, кем ты будешь работать? Я буду свой твич-канал делать. А что делаешь, дочь? Чё, не видно, снимаю. Помощь нужна? Нету скидки. Иисус. Ты сейчас что, будешь прямую трансляцию на Твиче делать? Ты уже в эфире? Да. Куда жмать? На что я жмал? Всем привет, ребята. Сегодня это я. Я сейчас покажу, как я стала взрослой. Мне 18 лет. Представляете? Как думаешь, ее возьмут в хозяева склад? Стоп, камера.
не смотрите. Закройте глаза. О, Вася, у тебя ноль человек. Набегут. Ну да, ждем. Сейчас мама и папа придут из двери, а они поскользнутся тут. Так я же здесь. Да, мама. Вот здесь баба Лена. Сейчас мы поставим, чтобы мама и папа не видели. Ноль просмотров, ноль подписчиков. Стана, идея это топовая. Так, а так денег не заработать. Эй, Твич не мое. Так, Твич у нее не пошел. Что же она будет делать дальше? Мама, мама, я знаю, как заработать деньги. Как? Мама, пойдешь со мной? Что это? Сейчас покажу. Влад, Глеб, пап. Серега и я теперь буду вместо Кобякова. А, извините, перезвоню. Знаешь что, пап? Что? Часы. А, ну, контрольный пакет акций Василенсиага. Это все мои. Все? Да. 50% мои. Твич не пошел? Нет, не пошел. Справедливо договорились. Тебе 18 лет уже, что ли? Алло, да. Да, ну прям вместо Кобякова, типа теперь только я, да? А сегодня мне 18 лет, я подумал, что я сегодня ем на ужин сладкое. Ого, какой стол! А судя по всему, не только ты, мы тоже, да? Ой, мне нравится эта идея, бананчик в шоколаде, ну-ка. Как вкусно. Ну, муж, чего? А где там рис, макароны? Вообще-то, Вась, да, банан в шоколаде это вкусно, но надо было на ужин что-нибудь полезное, там, для живота. Еще? Ой, кто это в дверь позвонил? Кого-то ждете? Это мой парень тут запечил. Кто? Твой парень? Халло! Здорово, родные! Да, это я! Я парень Василисы! Это твой парень? Да. Я рэпер и путешественник. Я путешествую и пишу рэп, соответственно. А он рэпер? Да. Мой творческий псевдоним – Дыракол. За год я уже побывал в Саратове и вот приехал в Москву путешествовать и писать рэп. Отец, я тебя где-то видел. Наверное, в реальных пацанах. А зачитай нам рэп. Я, сейчас, секунду. Вот сейчас. Я прилетаю в Марокко, там для меня нету не пошло. Сразу не пошло. Марокко, плохое слово, рифму не подбирать. Сейчас рифму какую-нибудь. На улице, когда холодно, я такое говорю, не люблю холод. Я прилетаю туда, где тепло, ведь там тепло, тепло. Вот. Чё это, можно я с вами, блины слямзю? Кого-то он мне напоминает. Карда? Крутой у тебя парень, крутой. Моргенштерн? Да, похож на Моргенштерна. И опять. Ну всё, Василёк, споки-ноки. Споки-ноки. Давай, сейчас тебе свет погасим только. Всё, пока. Подождите! Я темноты боюсь. Так ты же взрослая. Так всё правильно, что она взрослая. Вот это главное доказательство того, что она взрослая, потому что я тоже темноты боюсь. Все, давайте спать вместе ложиться. Вася! Спокойной ночи, друзья! Пока, друзья. Все, Васька, тебе сегодня было 18 лет, но ты, пожалуйста, не торопись взрослеть, потому что когда тебе будет 18, нам с мамой будет уже по 50 с лишним. Забирай меня скорей, увози за 100 моей. И целуй меня везде, 59 мне уже. Это я тебе такую песню буду петь. Все, спокойной ночи! Забирай меня скорей, увози!